Приветствую всех зрителей и особенно подписчиков моего канала. Я очень рада, что наконец могу записать для вас это видео и показать... Хотела сказать все, но это неправда, это не все. Хотела показать 8 наборов подарков по стартовой программе. Что такое стартовая программа? Это когда вы регистрируйтесь, вы получаете подарок за регистрацию, и это ваш первый подарок. Он каждый раз разный, и его вы можете узнать, если пройдете по ссылочке под этим видео. При регистрации вы сразу получаете скидку 20%, и на экране первое, что у вас отобразится, когда вы пройдете по ссылке, это ваш подарок, потому что подарок меняется каждые 3, иногда даже 2 недели. Но существует стартовая программа, то есть это со второго по девятый шаг получения ваших подарков. Возможность получать подарки по этой стартовой программе есть только один раз, поэтому не упускайте этот шанс. Вот, ну сказать, что это подарки, сейчас напишите, это не подарки, ты за них платишь. За каждый комплект я заплатила 99 рублей. То есть оформляя заказы каждый в каждый каталог, я потихонечку забирала свои подарки. И вот у меня набралась полная корзина подарков. Первый подарок у меня это был парфюм Supergirl. Ну, мне он не очень понравился, но подарок все равно подарок. Пусть даже аромат не мой. Вот. Хотя потом я, кстати, им пользовалась. Сейчас опять не пользуюсь. Вот. Но со второго по девятый шаги по стартовой программе у всех одинаковые. И давайте пробежимся. Что же я получила? Итак, за второй шаг в стартовой программе я получила 3 моноаромата. Один из которых был бракованный по видео. И вы, конечно, если вам повезет забракованный, обязательно верните. Но я не стала. Это вот бергамот, он подтекал. Это, скорее всего, заводской брак. Вот, ну ничего страшного. Эмбер это у нас запах, ну как по мне, сандала. Вот, мускус, не знаю, как описать запах мускус, ну мускус и мускус, и бергамот, ну конечно, абсолютно не бергамот, который чайный бергамот, но и вообще-то не тот бергамот, который я как бы привыкла в парфюмерии, но свежий аромат, такой домашний, я бы сказала. В общем, второй подарок по стартовой программе. Это набор из 3 ароматов, их гораздо больше, вы сами выбираете, какой хотите. Ну, я выбрала данных 3. Следующий подарок, это на выбор порошок для цветных или светлых тканей и пятновыводитель. Ну, пятновыводитель, не буду переставать петь ему оды. Вот, порошок тоже, оды можно петь долго, но бисфосфатный. Хорошо стирающий, всего нужна мерная ложечка, я стираю вообще полмерной ложечки. В общем, третий подарок был набор из порошка и пятновыводителя. Так. Четвертый подарок были наборы Axiology, в каждом из которых, там как бы в большинстве подарков вам очень большой выбор, вы сами выбираете. Во всех наборах был мицеллярный лосьон. Я сначала не очень понимала, зачем мицеллярная вода, я в принципе не люблю ей пользоваться, но мицеллярка, вот она у меня попользованная, я просто идеально смываю маски. Вот все маски, которые даже водой туго смываются, я хорошенечко смачиваю ватный диск, и все маски я смываю в первую очередь мицеллярным лосьоном. Он как будто немножко гуще воды. Вот. А потом на выбор предоставлялись все наши серии. Давайте вместе перечислим, вспомним. Сияние, увлажнение, кислородный баланс. Катя зависла. Короче, в наборах увлажнения, баланс, там еще в подарок шел крем для век. А вот в сиянии в комплекте не было, потому что сияние дороже, чем увлажнение и баланс. Вот. Ну, шел дневной ночной крем. Выбрала сияние, потому что мне показалось, что он все-таки идет получше. Но еще не пользовалась. Так, это был на четвертый шаг.
Пятый шаг. Сейчас тут со дна выгребим. В подарок шло тональное средство. Опять же, выбор был велик. Я выбрала с SPF фактором 30 на лето, потому что я боюсь пигментных пятен. Каял. Вот тоже на выбор цвет. Несколько видов туши я выбрала пушап, потому что я очень люблю фибровые кисточки. И губная помада тоже. Их несколько на выбор было из серии Skyline. Мало того, что на выбор сами губные помады и еще миллион оттенков. Так, пятый шаг прошли. На шестом шаге мы получаем средство для мытья стекол и зеркал с эффектом антизапотевания. Средство для туалета. Ну, вы получите немножко другое, которое предыдущая версия, светлая. Но так как я уже потратила и пользуюсь теперь новым вариантом, вы поняли, короче. Получите средство для мытья туалета. Средство для ванной комнаты, которое я недавно перепутала с пятновыводителем. Но вовремя опомнилась и все выполоскала. Здоровья мне крепкого и никогда не болеть. Ой, просто феноменальное средство для чистки духовок и плит. Кто не знает, на моем канале несколько видео. И средство для чистки металлических поверхностей. Вилочки, ложечки, кастрюли, кран. Но я могу сказать обладателям электроплиты, это средство очень редко бывает пригодным, потому что с тех пор, как я стала жить с электроплитой, ну, поверхность электрическая, стеклянная, у меня перестали пачкаться сковородки и кастрюли снаружи. То есть нагара вообще нет. Так что все покупайте электроплиты. Так, седьмой подарок. Это у нас ABC пилинг, который все хочу пройти. Но я либо беременная, либо кормящая. Вот уже второй год идет моего заточения. Вот, это как раз, кстати, очень прекрасное время, чтобы пройти курс микродермабразии. Вот этот крем я использую вообще отдельно, как восстанавливающее средство для своей кожи. Вот, но это все равно, это очень нежный вид пилинга. Поможет, ну кому? Ну, как бы поможет-то всем, но вот конкретно какие проблемы, вот кому я давала. Это, конечно, постакне, вот, пигментация, но я бы не сказала, что убирает совсем пигментацию, это не совсем на то направленная вещь. Но вот постакне, в принципе, ровный цвет лица, да, избавление от омертвевших клеток, мы всегда знаем, да, как наша кожа выглядит после, например, жестокого пилинга, вот, например, этот скатка ICU, она вроде не жесткая, но, боже мой, мне кажется, мне пемзой по лицу проводит, и это очень больно, но кожа волшебная после нее. Вот, так что не забываем волшебничать со своей кожей. Следующий, восьмой подарок, это опять косметический набор, тональное средство с сывороткой вместе, тушь, кстати, тоже с фибровой кисточкой, так, губная помада и лак для ногтей. А тут у меня нюдовые оттеночки. Не распаковываю, потому что, так как я себе еще до получения подарков набрала косметики, эти подарки идут на подарки. Вот. И последний подарок, девятый, для таких, как я. Огромный выбор просто ароматов и парных к ним гелей для душа. Я выбрала Oferic Sensuel, а мужской выбрала Incognito. Так, хочу все сразу, но не получится в этой жизни так. Все и сразу, да? Набор Incognito. Вот он, набор подарков, который получает новичок, пройдя по стартовой программе. В стартовой программе, конечно, можно один раз восстановиться, но лучше ее не прерывать. Условия не такие тяжелые, заказ либо 2500, либо 5000 в каталог. Если 2500 подарок, ну каждый набор будет 299. Если на 5000 у вас был заказ, тогда подарок будет 99. Ну, у меня все подарки за 99 были. Вот. В любом случае, даже если вы возьмете этот набор
за 299 рублей, это в любом случае очень большая экономия, потому что подарки дорожают, да, вот по второму шагу у нас тут порошки, ну, грубо говоря, только на них вы уже, даже если за 299 взяли, вы уже 200 рублей, а то и больше экономите, это если бы вы брали просто вот по акции, да, эти две позиции. А когда мы доходим до последнего подарка, а подарки дорожают с каждым разом, то экономия вообще, то есть вы даже за 299 просто один вот этот парфюмчик не возьмете. Может быть, два геля для душа, и получается, что парфюмы бесплатно. Так что программа стоящая, пользуйтесь и проходите, проходите по ссылке, регистрируйтесь, получайте первый подарок. И все остальные 8, итого 9 подарков только за регистрацию. Но подарки на этом не заканчиваются. Подарки есть и получше, и покрупнее, например, мой мультиповар. Вот, так что добро пожаловать в Фаберлик. Оформляйте безопасные, бесковидные покупки и получайте скидку 20% при регистрации и подарки в первые 9 каталогов. А я с вами прощаюсь на сегодня. Всем пока!